Следственный комитет прокомментировал дела Виктора Прокопени и Алексея Комка. По сообщению пресс-службы ведомства, преступные действия IT-бизнесмена Прокопени нанесли ущерб государству более чем 12 миллиардов рублей. В отношении бизнесмена возбуждено еще одно уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. По данным СК, преступную группу, организованную Виктором Прокопени, кроме Алексея Комка, могли входить и другие люди. Конкретные фамилии пока никто не озвучил, ссылаясь на то, что об этом говорить еще рано. Следствие прорабатывает эти версии. Как отметил официальный представитель СК Сергей Кабакович, Виктор Прокопени не признает своей вины и не идет на сотрудничество со следствием. Что касается Прокопени, я фамилию читал. Я не слышал, я читал. Я вот поинтересуюсь этим делом, я просто не в теме по этому Прокопени. Но знаю, что не уплатил налоги. Если бы уплатил, другой бы был оборот. Даже после того, как тебя там прижучили за это. Вот и все. Если вблизи рассмотреть эти вопросы. Занимаешься предпринимательской деятельностью, ты же не дурак. Ты же целый айтишник. Ты должен понимать, что нужно зарегистрирован быть и платить налоги от дохода. Ну немного же там от дохода, наверное, сколько, 13% мы платим. Это же небольшие деньги. И ты не бедный человек, но заплати их. Или если ты что-то там делаешь, ты обязательно зарегистрируйся и веди законную предпринимательскую деятельность. Ко всем одинаковый подход должен быть. Тут закон избирательно не подходит. Уж потом возможны какие-то варианты, и то в рамках Конституции полномочий президента. Привет. Ну пойдем, показываем. Приложение еще не вышло на рынок, но команда настолько уверена в успехе, что презентует его президенту. Проводники президента в мир дополненной реальности Виктор Прокопеня, пожалуй, самый успешный предприниматель Белоруссии, кстати, крупнейший налогоплательщик, и Михаил Гуцериев, много лет не покидающий российский список Forbes. Вместе они вложили 5 миллионов долларов в Банубу, наделав на рынке Беларуси много шума. Мы благодаря вам заставим других, вот этих, которые собирают лишнюю бумагу, уйти от этого бумаготворчества. Поэтому это только приветствуется, и мы вас будем за это благодарить. Чтобы этот процесс был прозрачным, вытекающий из главного. Бюджет есть, дело не в тунеядстве, а дело в том, чтобы вывести из тени людей. Теневая экономика – это будущая криминальная экономика. Но я их хочу прежде всего вывести из тени, а других заставить работать, чтобы не было криминала. Да, будущее хорошо, но должно быть честное, порядочное, настоящее. Один из самых успешных на постсоветском пространстве технологических инвесторов – Виктор Прокопеня. В преддверии съезда ученых мы решили поговорить о науке и жизни не с теоретиком и даже не с практиком от науки, но человеком, который приходит на ум, когда говоришь о высокотехнологичном в нашей жизни и который точно знает, как сделать это высокотехнологично, еще и высокорентабельным. Бизнесмен и самый популярный доктор наук в Инстаграм Виктор Прокопеня на связи со студией «Контуров». Виктор, добрый вечер.